Рада приветствовать вас на сегодняшнем занятии. В Центре компьютерного обучения специалист. Сегодня у нас открытый урок по юзабилити. Это урок, который входит в курс интернет-маркетинг, методы эффективного контроля. Итак, вкратце о себе. Меня зовут Прилепская Марина Борисовна. Добрый вечер, приходите. Да, все верно, это я. Я окончила факультет журналистики МГУ и 9 лет работаю в сфере интернет-маркетинга. Руководила отделом контекстной рекламы в интернет-агентстве, руководила отделом интернет-проектов. И последние несколько лет я, помимо того, что работаю в этой сфере, являюсь практиком, еще и преподаю в Центре специалист. Итак, что касается нашего с вами занятия. Наше занятие сегодня будет посвящено тому, как определить, удобен ли сайт для пользователя, какие элементы заставляют его покинуть ресурс, а какие, наоборот, стимулируют знакомиться с контентом дальше. И также вкратце посмотрим, где там оценить, ну, откуда взять информацию, чтобы понять, что делает ваша аудитория на сайте. Итак, у нас с вами есть 45 минут. И в эти 45 минут мы постараемся охватить все эти вопросы. О курсе, в который входит данный урок. Курс состоит из нескольких модулей, и урок этот идет уже в середине, после того, как мы знакомимся с чек-листом работ по продвижению ресурса в интернете. По цепочке, так как у нас целая плеяда по интернет-маркетингу. Курс идет как самостоятельно, так и в комплексе, как программа дипломная. О, соответственно, том, что мы сейчас с вами будем делать. Итак, я хочу сказать пару слов о самом юзабилити, что это такое, как его, как, ну, какие факторы, какие вещи влияют на данную характеристику ресурса. И сейчас посмотрим с вами несколько примеров. Постараемся с вами определить, удобно, неудобно. Далее подведем итоги. И, соответственно, я надеюсь, что сегодня вы найдете новые идеи, новые возможности, чтобы сделать ваш ресурс привлекательным. И самое главное – конверсионным, потому что мы работаем все-таки на конверсию, чтобы у нас покупали, регистрировались на сайте и так далее. Конверсия – наше целевое действие, ну, в рамках сегодняшнего занятия, давайте будем говорить, что мы хотим, чтобы у нас, допустим, что-то на сайте купили. Предположим, допустим, какую-нибудь одежду. И, соответственно, юзабилити – это показатель удобства и простоты сайта для вашего клиента, для вашего, для пользователя. И в юзабилити входит эффективность, то есть как, ну, доля людей, которые выполнили задачу нашу с вами на сайте. Предположим, положили и оплатили, положили товар в корзину, его оплатили онлайн. То есть нам нужно, чтобы по юзабилити совершались целевые действия, при этом, чтобы было определенное время, в течение которого это совершается. Если наш посетитель приходит на сайт и 40 минут пытается понять, на какую же кнопочку будет нажать, чтобы купить, ну, соответственно, мы теряем наши продажи, нашу аудиторию и наши труды, как бы мы хорошо с вами не прорабатывали каналы привлечения аудитории, идут прахом. То есть можно прекрасно написать рекламную кампанию, но в итоге, так как на сайте человек не может разобраться, что хотят сделать, либо как это сделать, то мы, соответственно, можем долго-долго биться над каналами, но в итоге, если мы не прорабатываем наш сам юзабилити, мы все равно наших, ну, скажем так, не движемся к тому, чтобы быть эффективными. И также у нас есть такая вещь, как удовлетворенность. Ну, я думаю, вы наверняка все, когда покупали что-либо в интернете, были у вас такие моменты, когда вы раз форму обратной связи заполнили, два заполнили, ничего не происходит, вы решили, что все, на этом мои усилия закончены, пойду конкурентно. Итак, соответственно, мы смотрим на эти вещи и стараемся максимально упростить жизнь нашей аудитории. Итак, у нас есть конверсионный путь. У нас есть точка входа. Точка входа, ну, допустим, определенная страница на сайте. И точка выхода. Ну, предположим, спасибо, мы вам перезвоним. Добрый вечер. И, соответственно, между этими точками у нас с вами может что-то пойти не так.
Вот как раз, когда мы с вами сгибаемся в юзабилити, то есть удобство сайта для нашего посетителя, нам нужно выяснить, что же может пойти не так в этих промежутках и сократить дополнительные усилия посетителя для достижения целевого действия. Итак, я хочу сказать в начале нашего занятия, что, скажем так, эпитет маленький сделать. Вот эпитет. Все, я думаю, знают фильм «Служебный роман». И там герой говорит: не перебивайте, пожалуйста, я и сам собьюсь. Так вот, когда мы делаем с вами сайт, ресурс, у нас бывает огромное поле, не бывает, это огромное поле для фантазии. Здесь можно сочинять, креативить, изобретать. И когда стоит вопрос о том, чтобы сделать новый ресурс, кажется, что вот нужно сочинить, чтобы он вертелся и крутился, и чтобы все бегало, и сияло, и так далее. Вот, на самом деле, каждая вот эта вещь, каждый дополнительный мигающий элемент, он как раз и забирает внимание, его рассеивает, и вот это каждый раз, не перебивайте, пожалуйста, я и сам собьюсь. Итак, давайте с вами посмотрим некоторые примеры, где, скажем так, вот эта фраза прям воплощена в жизнь, в реальности. Обсудим с вами, что там не так. Итак, я взяла для нашего занятия сайты, которые как русскоязычные, так и англоязычные. Представьте, что вы заходите на ресурс, и вы хотите что-то на нем купить. Вот перед вами норвежский интернет-магазин. Здесь представлено много товаров. Как вы думаете, будет вам легко здесь выбрать что-либо? А что вам здесь не нравится? Визуальная нагрузка. Ну, слушайте, это каталог, вы знаете, прямо перед вами много-много-много всего. Есть, кстати, меню с левой стороны, категории. И, соответственно, вот, пожалуйста, выбирайте, что вы хотите купить. Ну, давайте мы зайдем на страницу какого-нибудь товара, ну, предположим, вот на эту. И здесь откроется нам вот такая красота. Как вам? Как-то не все так плохо, но... Ад. Ну, давайте своими словами назовем, что с этим сложно жить. А что вот на странице товара здесь, на ваш взгляд, не хватает? Ну, явно, да. Кнопки добавить и купить. А абзацы? Не, ну это однозначно. Мне кажется, тут уже сам начал. Цена. Куда идти? Какие есть функции у сайта? Что это название, цена? Так, отлично. А как нам вернуться опять в каталог здесь? Никак, да? Это мы будем так. Вернуться на предыдущую страницу, вернуться на предыдущую страницу, вернуться на предыдущую и так далее. Ну, это такой прям хардкорный вариант. Давайте посмотрим еще один. И что он продает? Всякую технику. Хорошо. Ну, знаете, к сожалению, у меня нет данных, сколько он продает в месяц. Но я хочу просто пример привести, что вот вы, когда смотрите на данный ресурс, еще не зная, что априори должны быть определенные элементы на странице, вы уже видите, чувствуете, что вот креатив пошел как раз, не сбивайте, я сам собьюсь, и с этим тяжело пользоваться, в принципе, даже на этапе просмотра товара. Да? Хотелось бы видеть цену, текущие характеристики. Вот, вот. Сейчас мы подойдем к нашему стереотипному уже поведению в интернете и рассмотрим, что же сюда нужно добавить. А стереотипы – это хорошо или плохо? А вы знаете, это и хорошо, и плохо. Дело в том, что у нас, когда мы заходим на сайт, мы привыкли уже, что в определенном углу есть корзина, в определенном углу есть логотип, мы привыкли, что есть меню, мы привыкли, что есть контакты, как в шапке, так и в подвале, то есть в футере, и мы уже, когда открываем ресурс, ну, сравните, вот, если сравнивать, ну, метафору приводить, вот вы открываете книгу, вы привыкли, что у книги есть оглавление, да? Без оглавления вам сложно что-либо найти. Вот то же самое есть и по сайту, поэтому давайте мы сейчас продолжим с вами.
Еще один маленький пример. Ну, тут много-много всего. Да? Вот, например, сайт, который, ну, скажем так, тоже нас заставляет подумать, что он предлагает. Итак, вот перед вами сайт. Как вы думаете, что здесь предлагается? Машины. Какие машинки? Машины. Ну, Cars, да, вы видите, Cars, да. Это понятно, Cars. А машины нет на старте. Тут мотоцикл. Вообще такое ощущение, что продают какие-то развлекухи. Развлекухи, так. Какого-то просто там, личной личности. Блогера. Блогера. Ох, все на самом деле интереснее. Это сайт, который предлагает машины Визер. И я так понимаю, в подарок, если, ну вот, да, вот так вот. И, как вы видите, здесь огромное количество мигающего, играющего, мигающего. Вот есть хороший список такой достаточно модельный ряд, я так понимаю. А так, вот если вы попадете сюда сходу, вы наверняка это закроете. Вот вы хотите машину в лизинг, вы открыли вот это. Как салон должен, в принципе, в вашем понимании выглядеть, ну, предположим, как он не... Вы серьезнее, да. Итак, ну, вот такой веселый вариант. И теперь давайте посмотрим еще один. И поймем, что у нас с вами может быть ситуация, когда мы перегрузили, когда мы постарались максимально включить, а бывает обратная ситуация. То есть когда вроде бы старались, работали, но финал тоже не удовлетворительный. Так, вот у нас сайт такой. Опа-на. Итак, найден на прошлой неделе в связи с необходимостью перекрасить автомобиль. Вот. И здесь все текст в тему. То есть, да, перекрасим, покрасим. Есть примеры работ. И далее, вот прочитав, поняв, что вроде бы не подходит данная услуга, что обнаруживается? Вот как вот здесь дальше пользоваться? Как взять, да. Где вы находитесь, ребята, и как с вами связаться? Итак, поковырявшись в этом сайте 15 минут, я не нашла нигде, в принципе, контакты. Даже внизу нет, да? Нет, где внизу? Это не сбоку, не сбоку. Нет, на самом деле, просто так как это перекрасить всю машину, это не 5000 рублей потратить, и это нужно выбирать, смотреть, можно перегнать в другой регион, там покрасить и привезти обратно. Соответственно, вот потратив 15 минут, поковырявшись здесь, ну, скажем так, наши работы, покраска такая-то, свежие наши работы, быстрый поиск, ну и все. Ну, может, я не уверена, что это быстрый поиск. Посмотрите, да, если к нам приходит клиент, мы должны как-нибудь все-таки ему сказать, я есть, я существую, позвони мне хотя бы с 10 до 7, и если что, я тебе сам перезвоню. Так что мы видим, есть вариант, когда можно, в принципе, лаконично все представить, не будет никаких крутящихся, вертящихся элементов, но ситуация, скажем так, опять провальная. Вот. Итак, вот если мы с вами поговорим по поводу сайтов двух предыдущих, как вы думаете, что в итоге вот на этом сайте, если мы попытаемся, скажем так, суммировать,
скомпоновать все, что здесь отвлекает, сбивает. Как вы думаете, какие элементы мы бы перечислили с вами? Да. Ну, давайте я его еще раз открою, чтобы он был у вас перед глазами. Да, от того, чтобы обратиться в эту компанию. Цвета, так, анимация. Правильно? Значит, это клуб. Ой, слушайте, если будет интересно, я вам еще один пример в конце приведу. Там я прошу вас угадать, что предлагается. У вас будет один вариант, что это, знаете что, эскорт-услуги. Да, я сейчас заинтригую в конце, в финале тоже будем предлагать заказать. Итак, ну давайте я сейчас помогу, чтобы у нас... Вот эти тети и бородатые тети. Тети бородатые. Итак. Сначала, конечно, жалко, но тоже она тут, мне кажется, не к месту. Итак, я сейчас суммирую, потом мы еще с вами посмотрим. Что отвлекает нашего потенциального клиента, нас с вами, и вообще что сбивает с пути? Это всевозможная анимация, неуместная анимация. Вот если у вас есть слайдер, где есть предложение, это лаконично представлено по принципу offer, deadline и призыв к действию, это имеет место быть. Но когда у вас как карусель происходит, куча бегающих элементов, куча всевозможных подмен фона. Ну, смотрите, когда у нас началась эпоха интернета, все бежали, старались сделать так, чтобы, например, вы открыли сайт, и фоном полетели бабочки, пошел дождик, снежок, да, ну, прикольный элемент, вроде бы как бы интерактивный такой. Но вот чем больше всех этих элементов, тем скорее хочется оттуда уйти, потому что мы живем в период информационного шума постоянного, и это еще больше раздражает. Итак, что еще сбивает и стимулирует, как можно скорее уйти с сайта? Это всевозможные автовоспроизведения. Ну, вы открываете сайт, там вставлено видео, наш гендиректор рассказывает о нашем шикарном заводе. И звук идет автоматически, и видео тоже идет автоматически. Представьте, что вы находитесь, предположим, даже дома. Время – вечер. Все приехали с работы уставшие. И тут в тишине у вас тра-та-та-та, наш завод работает с 2000 такого-то года. Ваша первая будет реакция, когда вы это услышите. Это, во-первых, резкий звук, который вы не ожидаете. Вы даже закроете, вы даже разбираться не будете, что там было. А потом, когда, если не найдете ресурс, вы выключите предварительно звук, его откроете и посмотрите. Я хочу здесь привести такой пример еще. Смотрите, допустим, вы находитесь на работе, у вас open space, свободное пространство. Вы решили посмотреть какой-нибудь сайт в своих личных целях. Допустим, у вас затопил сосед, вы хотите найти компанию, которая быстро вам побелит потолок. Итак, час дня, время перед обедом, и вдруг в этом open space вы ищете, как быстро, качественно поменять потолок, и все так на вас оборачиваются, понимают, что в это время вы не на работе, по факту. Вы занимаетесь своими вопросами, и как бы так, немножко некорректно получается относительно коллег, да, а потом... Я думаю, не каждому было бы приятно, если бы все знали, что у него происходит, он там меняет потолок или что-то еще. В частности, если это медицинская тематика, и вдруг у вас начинается автовоспроизведение, думаете, где сдать анализы, вы знаете, вот все коллеги мгновенно вот так на вас посмотрят. Поэтому тоже мгновенно закрытие. Курсы валют, погода, часы, радио. Ну, радио то даже можно в автовоспроизведение отнести, тоже сбивает. Итак, по поводу курсов валют. Если вы не торгуете фиастрах, которые кардинально как-то отличаются от доллара или от евро, ставить отдельно наш внутренний курс валют, как было в 90-е, когда заходишь в магазин, и каждый магазин по-своему высчитывал, сколько, что у него имеется в виду под пуе, да, если у вас и такая же ситуация, то это тоже отвлекает. У нас есть официальный курс, у нас есть приложение, и поэтому это тоже все можно посмотреть. Погода.
Вот, было модно на время взять, знаете, что сделать? Сегодня в Москве снежочек, дождь, минус один. У всех есть тоже приложение, телефон, градусник. Для того, чтобы это узнать, человек посмотрит соответствующие ресурсы. Потом, часы. Вот это феноменально. Если вы работаете не по какому-то отдельному тихоокеанскому времени, да, если вы не считаете себя как-то летосчисление по-другому, часы находятся в углу экрана, вот, внизу, прям, нижний правый угол. Видите, там дата написана и время. В шапке ставить, что у нас сейчас в Москве 17:53, смысла тоже никакого нет. И знаете, что еще безумно отвлекает, запутывает и меняет, скажем, отношение к сайтам? Это огромное количество ссылок. То есть когда у вас ресурс превращается в решето. И, допустим, ну, я, конечно, не хочу ругать свой собственный ресурс, ну, сайт специалиста, но вы откроете там много-много-много-много-много ссылок. Вот, и вы попадаете на сайт, и здесь превращается у вас попытка разобраться, какая же у нас с вами ссылка, куда идет, и почему их такое огромное количество. Видите? Ссылка, 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 ссылка. Сложно, да? Вот. Ну, на самом деле, так как сайт огромный, большое количество курсов, здесь это имеет место быть. Но если вы торгуете какой-то, каким-то монотоваром, моноуслугой, у вас нет более 10 тысяч курсов и так далее, выстраивать на странице, перейдите туда-то, перейдите сюда-то и зайдите еще сюда-то, не надо, вы удлиняете путь. Чем длиннее путь, тем больше шансов, что с вами не свяжутся и вас не купят. Потому что вы начинаете устраивать, ну, скажем так, не экономите время вашего клиента. Итак, по поводу того, что еще у нас есть на наших сайтах. Ну, казалось бы, да, вот пример, где нет только контактов. Но здесь тоже много можно чего добавить и сделать. А? Абзац, конечно. А что бы вы еще добавили? Шрифт, так. Ну, давайте я его сейчас открою, этот сайт еще раз, и мы посмотрим. Итак, ну вот вы попадаете на такой ресурс, допустим, он вам достается в работу. И вам нужно сделать так, чтобы ваша аудитория вас к вам звонила, писала, и чтобы она у вас заказывала эту покраску машинки. Ну, понятно, что мы добавим, естественно, контакты, а что бы мы еще добавили сюда? Социальные сети. Так, замечательно. Социальные сети, что еще? Активные фото. Вот, ну, например, угу. Я нажму на это фото, и мне, не знаю, будет какая-то дополнительная информация. Чтобы понять, работа, угу. Желательно до и после. Замечательно, прекрасно. Так, уже замечательно пошло. Так, до и после. Делаем. Да. Приехала машина ржавенькая, страшненькая, получилась черненькая и симпатичная. Ну, я там мягко, без деталей говорю, но было, стало. Что еще сделаем? Отзывы добавим. Замечательно. Что еще? Вопрос по да. Кто-то читает? Их читают и ищут, их читают, и более того, у нас наше вообще население уже научилось определять, реальные они или нереальные. Ну, обычно на сайтах, собственно, где вы только хорошие отзывы. Можно же самому почистить от плохих. Это раз. А вторых... Да, смотрите... Вот важнее было это самое, как отличить реальное от нереального. Да, то есть как мне написать? Реально? Я, знаете что, вот сайтом видео, там есть отзывы к товару. И на сайте видео там как есть и плохие, так и хорошие, и нейтральные. Когда начинается долго-долго уж тоже подарить своей жене на 8 марта,
уже я долго думал, как начать это сообщение. Вот, на самом деле, я вам рекомендую писать, если что, если уже вам предстоит писать, писать коротко, по делу, без вот этих вводных конструкций. Я долго смотрел, выбирал и так далее. Если вы не можете рассказать, почему вы в итоге выбрали вот эту модель, с чем сравнивали, это такое вступление водяное совершенно, которое, если вы видите 5 таких отзывов, но они уже никакой сути не несут. И еще я вам рекомендую писать эмоционально. Аудитория любит эмоции. Да, конечно. Ближе к нейтральному, но... Нет, я имею в виду нейтральный, это характеристика вашего товара, услуги. Mm-hmm. Да? То есть позвонил, приехали нормально, но могли бы, в принципе, лучше и так далее. Но обязательно с восклицательными знаками, с орфографическими ошибками, с... Ну, в общем, это отдельная песня. Да. Мы встретили, мастер Петя меня там хорошо, да. Ну, то есть обычно вот такие мне кажется. То есть, ну, скажем так, да, по отзыву это отдельное целое управление, но если вы пишете только хорошие отзывы, это сразу вычленяется уже. Вы должны как хорошие написать, так нейтральные, так сами себя пугать. Да. Могли бы и упаковать получше. Могли бы и сделать ручку больше и так далее. Ну, в общем, здесь отдельная песня. И если нет негатива, народ это очень-очень настороженно воспринимает. И обязательно сами, если вы прорабатываете свою репутацию, вы должны как-никак и ну, чуть-чуть дегтя добавить во все это. Итак, давайте с вами вернемся к юзабилити, потому что у нас время идет. И я хочу сказать вот что сейчас. Мы с вами сказали до и после. Да, наша аудитория очень любит варианты до, было, стало. Вот здесь пример сайта диетолога, который разрабатывает программу для похудения. И здесь, ну, соответственно, разница, сколько там килограмм, ну, под минус 42 килограмма. И вот было, стало. Соответственно, машина была, стало. Аудитория очень любит цифры. Вот, и цифры, за сколько времени мы перекрасили машину, как долго до этого она ездила, сколько она еще проездит с этой краской, гарантии какие-то и так далее. Я хочу сказать, почему здесь такой пример, связанный с медицинским направлением. Дело в том, что когда вы пишете «до», «было», «стало», вы должны пояснять, что не факт, что будет конкретно такой же результат. С машины вы можете сказать, мы покрасим тем же, мы сделаем те же работы, результат будет, ну, скажем так, почти такой же. Но в случае, вот как в этом примере, сказать, что вы тоже похудеете на 42 килограмма, вы не можете. Поэтому, если вы работаете с такими вот вариантами, которые дают возможность вам 100% гарантировать результат, вы обязательно должны прописать, что в вашем случае конкретно могут быть другие результаты. Соответственно, что еще наша аудитория любит? Знаки доверия всевозможные, сертификаты, лицензии, благодарственные письма, выполненные работы и лидеров общественного мнения, ломов. Итак, по поводу сертификатов. Ну, у нас есть целое направление, где они must-have, обязательные. Это, например, фейерверки, это могут быть всевозможные лекарства те же и так далее. На самом деле сертифицированию достаточно много вещей подлежит, и лицензии, лицензированию тоже. Например, вот для осуществления образовательной деятельности должна быть обязательно лицензия, и на сайте она должна быть тоже представлена. Благодарственные письма, ну как сказать, не то что сомнительно, если они есть, это лучше разместить, но если их у вас нет, гнаться и рисовать их специально тоже не надо. Аудитория понимает, что наклепать на фирменном бланке, поставить печать можно и не работая с каким-либо клиентом, либо с каким-либо поставщиком. Если у вас есть возможность официально подтвердить ваши итоги, да, вы ставьте ссылки на рейтинги, на примеры работ, на действительно то, что благодарность была вам высказана, но не на бумажечке, а словами. Вас ничто не мешает снять ролик, либо снять просто видео обращение. Вот здесь вот на примере это Кочеловский, и он заказал услугу по
там, оснащению дома. И дальше показано, что у него было дома сделано, и приведены его слова. То есть это не на бумажечке, вот, да, я там нарисовал, вам подписал, а это доказательство реально того, что этим пользуются. Это тоже способствует вашему доверию, это тоже повышает вашу как раз удовлетворенность пользователя. То есть если пойдет что-то не так, да, окей, с первого раза он не отправит заявку, но он подумает, то есть у него будет галочка вернуться еще что-то посмотреть. По поводу того, что... Ну, вот тут пример на сайте специалист, отзывы. Отзывы, реальная фотография и отзывы тут проработаны, ну, скажем так, неплохо. Что еще любит аудитория? Любит аудитория прозрачных компаний. Когда вы заходите, понятно, как она работает, что она из пункта А в пункт Б довезет товар, что она окажет услугу в определенное время. Если не окажет, то будут какие-нибудь неустойки, да, мы вам вернем деньги, если вам что-то там не понравилось. Либо если мы не уложимся в определенный срок, мы вернем вам деньги. Потом, ну, как раз, если смотреть нашу презентацию, то есть вариант возврата, есть вариант примерки, есть доставка и так далее, и так далее. Причем, смотрите, здесь сайт, это сайт Valkeris. Он на этом сайте карта России, и на карте России выделено зоны, когда к вам что доедет. И это демонстрирует, что вы, скажем так, можете, ну, отчасти на нас положиться. Давайте с вами продолжим и подумаем еще вот о чем. Мы смотрели, когда с вами вот эти яркие сайты мигающие, там были нюансы на самом деле, знаете, с чем еще? С текстом. Вот я вернусь сейчас, если вернусь. Не вернусь уже, наверное. Ну, я вернусь здесь вот, чтобы... Вот, да, смотрите, здесь есть и жирный шрифт, здесь есть и... здесь есть и курсив. Здесь есть и красный цвет, и синий цвет, и зеленый цвет. То есть и капслог все большими буквами написано. То есть полное, скажем так, разнообразие вариантов, как из одной буквы сделать много вещей. На самом деле, что у нас здесь можно сказать? Большое количество крючков в тексте мешает долго его читать. Глаза устают быстрее. Если вы вспомните книги, если вы вспомните печатную версию, там будет либо Times New Roman, либо Arial вариантов с большими какими-нибудь загогулинками, с большим количеством всевозможных декоративных элементов, назовем это так, там они отсутствуют. Ну вот, пример рукописный, это тяжело читать. Но если вы если это сделать, соответственно, без всевозможных украшательств, то это читается, во-первых, быстрее, а во-вторых, возможность прочитать ни одну, ни две, ни три страницы увеличивается. И, соответственно, мы смотрим, чтобы наш текст обязательно, помимо, ну, скажем так, удобного шрифта, имел заголовки, имел абзацы обязательно. Если мы вернемся вот к этому примеру, вот к этому, который тут был у нас, то, нет, здесь разбивка есть на абзаце, но согласитесь, если это собрать, это будет очень тяжело по смыслу воспринимать. И в итоге, ну, скажем так, читать это никто особо не будет. Потом, должна быть логическая структура. Я хочу здесь сказать, что, ну, скажем так, вот есть правило написания, например, пресс-релизов. Мы основную информацию даем сразу, с разбегу, а чем дальше, тем второстепеннее вещи мы, более второстепенные вещи мы описываем. Называется принцип перевернутой пирамиды. Или, например, как журналист пишет материал. Пишет сначала основная часть, а чем дальше, тем более второстепенная информация. Это сделано для того, чтобы, например, если придется верстать страницу, чтобы можно было последние абзацы ликвидировать, убрать, без потери для смысла.
Вот, соответственно, вы когда пишете материал на страницу, вы всю соль должны сразу же сказать. Чем, скажем так, чем вглубь, ниже, тем второстепеннее могут быть детали. Вот я вам привела, я долго думал, как, что купить своей жене на 8 марта, да? Ну, хорошо, ты думаешь, что же ты купил-то? Начни с этого, купил тогда-то, тогда-то, с такими-то характеристиками. Выбрал между этим и этим, выбрал потому что. Долго думал, но в итоге выбор был оправдан. Ну, вот так вот. Ну, кстати, да, вот, те, кто недовольны сервисом, они не ленятся писать. Да. Те, кто довольны, обычно ходят никуда. Да. Угу. SEO. Search Engine Optimization. SEO – оптимизация сайта для естественной выдачи поисковика. Если мы с вами откроем Яндекс, например, введем запрос, ну, предположим, купить, ну, купить квартиру. А вот можно сразу? Да. Вот вы вводите купить, вот видите опять купить. Так. И там появляются... Подсказки. Подсказки появляются, да. Я понимаю, что эти подсказки, по сути, это они ранжированы по популярности. Нет, они ранжированы не столько популярности, а по, скажем так, интересам того, что может искать ваш, ну, не ваш, а искать... Купить квартиру, билет, доллары, билет и так далее. Дело в том, что поисковик запоминает интересы человека, который вводит запросы. Да. Да, это может быть так, если сохранена, ну, скажем, история, да. Суть в том, что поисковик отслеживает пол, возраст, интересы, и, соответственно, подсказки будет вводить на основе того, что вам может быть пригодиться. Вы, допустим, смотрите, например, что такое SEO. Вот, и он будет там, что такое, вот напишите, он вы приложите SEO, search и так далее, и так далее. То есть он будет подстраиваться под вас. Цель угадать, что вы хотите посмотреть. Итак, я хочу ответить на вопрос, что такое SEO. SEO это, вот если мы откроем страничку, ну, тут был запрос купить квартиру, если я пойду, давайте я немножко другую возьму, более конкретно, квартиру в Москве. Вот, купить квартиру в Москве. Итак, запрос. Потом, видите, написано реклама. Это контекстная реклама. 4 места. Далее, после этой рекламы идет естественная выдача поисковика. Так называемая органика. И когда мы делаем с вами сайт, наша задача сделать его контент и структуру таким образом, чтобы мы оказались все-таки с вами в естественной выдаче, в органике. Иначе наш путь – это контекстная реклама, и мы будем оплачивать постоянно это размещение. Это не значит, что SEO, оно не требует тоже вложений, там, написания текстов, оптимизации страницы и так далее. Включение запросов, нужно запросы просчитать и прописать на странице. То есть надо все выверить. Если более детально говорить, то... вот, например, сайт, да, пользователь видит сайт так. Для маркетолога это тоже сайт. А если мы смотрим SEO, то SEO это еще вот наш с вами скрипт. И нам его нужно с вами тоже прорабатывать, видите. То есть оптимизатор будет смотреть, нет ли здесь мусора, включены ли ключевые запросы, по которым вы хотите продвинуться. Ну, предположим, вот, купить квартиру в Москве, в моем случае был запрос, да, указано ли это и так далее. То есть SEO, оптимизация сайта под естественную выдачу поисковика. Вот. И title, и description. Title. Да. Я поясню, что такое title. Title – это заголовок страницы, description – описание странички. А вот когда мы смотрели с вами выдачу, в выдаче была такая вещь, как текст. Купить квартиру в Москве 98 743 объекта. Да, это у нас тайтл заголовок.
А дальше приложение по продаже квартир в Москве и так далее. Это у нас уже description, это описание. Соответственно, оптимизатор прорабатывает вам это описание тоже. А если сайт удалим, он просто обрежет его? Да, обрежет, ну, в пределах 65 символов лучше стараться написать, иначе получится так, что вот как вот продажи и двоеточие. Ну, опять же, да, это отдельное направление, отдельная специальность оптимизации для поисковиков. И, да, у нас на самом деле поэтому есть курс. Давайте вернемся с вами к юзабилити, чтобы мы все-таки доделали нашу тему сегодня и разобрались для чего, ну, с основной темой, по которой мы сегодня собрались. Итак, что еще нам важно? Посмотрите, я вам показывала сайт в начале занятия с норвежским интернет-магазином. И говорила, удобно ли вам им пользоваться? Что вам не хватает здесь? Так вот, я хочу привести пример сайта 220 вольт, как сайт, который ну, сделан по уже нашим стереотипам, что где должно быть и какие элементы помогают легко, скажем так, купить товар. Да. Итак, 220 вольт. Вот он наш магазин, про который я говорю. И видите, у него есть телефон в шапке, у него есть логотип в шапке, адреса магазина, каталог товаров. Вот оно меню наше. И если я открываю этот каталог, то у меня идут категории, а если я перейду в категории, то у меня уже будут вложены товары. Итак, я хочу здесь обратить ваше внимание на следующие вещи. Когда вы переходите по пунктам меню, тут я сейчас перехожу, то у меня, соответственно, загорается тот раздел, в котором я нахожусь, и представлены иконки, которые символизируют категорию. Ну, вот, например, ручные инструменты – это ключ и отвертка. Соответственно, суть в том, что на сайте на нашем аудитория смотрит картиночки. Это визуализация. Читать мы не любим. Вспомните детство. Какие книжки вам интересны были? Где много-много картиночек. Открывали, когда, например, того же Пушкина, ну, я имею в виду не сказки уже, да, а, например, Евгений Онегин. Ну, как так можно читать Евгений Онегин, где будет картиночек? Как это вообще идет? И вот вспоминаю вот этот пример. И, соответственно, если есть возможность визуализировать, обязательно визуализируйте. Доходит лучше до аудитории. Смотрим, воспринимаем картинками в интернете. Итак, хочу сказать следующее. Итак, у нас здесь есть логотип, телефон, регион, в котором, по которому мы смотрим товары. Потом краткое описание, ну, что же за магазин. И вертикальное меню, которое по левой стороне у нас идет экрана, подчеркиваю, по левой. Когда делают сайт, соблазн сделать по правой, то есть где вот со стороны, вот где я сейчас бегаю, да, мышкой, а вот с этой стороны бывает большой. На самом деле стереотипно мы уже думаем и воспринимаем в интернет-магазин, что должно быть это по левой стороне. Поэтому я вам хочу сказать, когда вы, если придется делать интернет-магазин, вы лучше не креативьте, сделайте, как аудитория уже привыкла. Креативить будете с акциями и предложениями уже. Итак, по поводу того, что еще здесь, ну, я пиктограмму уже сказала, иконки, и выпадающее меню по направлению. Ну, то есть это имеется в виду раскрытие дальше под категории и возможность переход до них. Что еще для вас любит аудитория? Что является must-have, если вы торгуете, у вас много товаров? Это поиск и фильтры. Дело в том, что фильтр, он увеличивает конверсию почти до 20%. Конверсия – целевое действие. Я хочу, чтобы меня купили, например, платье. Если у меня хороший, продуманный фильтр, то человек то, что он ищет, найдет намного быстрее. При этом вот все эти вещи должны быть, фильтры, понятные, без желательно огромного количества сокращений. Потом находиться сразу же у вас на, при входе на первом, ну, не при входе, на стартовой странице,
фильтры не должны убегать, если человек ищет по каталогу, не ищет, а гуляет уже по каталогу, не открывается, например, большой перечень товаров, и фильтр все равно у вас должен быть сбоку. Вот у вас было левое меню, мы сейчас смотрели, если это, человек проваливается в категорию, то фильтр у вас там в идеале должен остаться. Как на предскрине? Вот если вы посмотрите предскрин, то здесь есть и категория, есть и как раз фильтр, размер, пол и так далее. На самом деле, те, кто покупал что-либо на Алиэкспрессе и знакомился с фильтрами там, то там фильтры, если брать одежду, очень так детально проработаны, вплоть какого, какой формы вырез вы хотели бы, чтобы был. Круглый, квадратный, треугольный. Хотите вы, чтобы было жабо или не было и так далее. С проволочными пуговицами, да, вот это и так далее. И вот погуляв на такой фильтр, попадаешь когда на российский интернет-магазин, думаешь, почему нельзя сразу же показать мне только V-образные вырезы, например, или только с пуговицами. То есть у нас аудитория начинает уже быть избалованная. Если ей надо тратить время искать, фильтровать, она понимает, что вот ей выдали цвета, размер, а детали опустили, она, скорее всего, пойдет уже конкурентам, там найдет. По поводу того, что наша аудитория еще любит. Наша аудитория любит всевозможные визуализации на уровне 3D-модельки, на уровне видео. Итак, я перехожу уже к карточке товара. Ну, предположим, у вас выбрал человек какой-то, там, ну, в данном случае костюм, он проваливается у вас в карточку товара. И в карточке товаров у нас обязательно должны быть заголовок, текст по абзацам, фото-видео. Если у вас нет фото в карточке товаров, не купят. Это вот времена, когда мы грузили по месяцам фотографии того, что мы продаем, они уже давно-давно ушли. И, соответственно, если вы не можете сделать видео, 3D-модель, фото, ну, просто априори должно уже быть. И обязательно кнопку «Купить», гарантии, преимущества и отзывы. Вот смотрите. Вот, да. А вот на этой странице нет ни преимуществ, ни обзоров, ни отзывов. На какой? На этой? А вот, я сейчас вам ее открою. Подождите, я вам открою. Или она вот эта страница, карточка, она может туда вниз сколько угодно быть, да? Да, ну, я вам сейчас открою этот пример и покажу. Вот этот пример. Угу. Костюм. Что-то грузится, по-моему, долго. А нет, не грузится. Костюм. Если мы нажмем, то здесь будет, он будет крутиться, вертиться. Да. Та-дам. Размеры. Да. Описание. Предложение купить еще рубашку. И далее будут похожие товары. Оценка данного товара. Отзывы, фотографии покупателей, которые не делали. Нет, это Wildberries. Это Wildberries, и здесь, в принципе, продумано хорошо качество товаров, то вы недавно смотрели тра-та-там, и есть вот такая вещь, как с этим товаром покупали. Вот вы хотите купить костюм. Вы посмотрели, вроде бы вы решили, что он вам подходит. Но пока вы не купили, вы сомневаетесь. Вот такой вот вариант карусели с этим товаром покупали, он сбивает. А может быть, мне еще посмотреть вот этот костюм? А может, мне еще вот это посмотреть? И тогда это превращается в 40 минут, я устал, все, я пойду отдохну, вернусь к корзине через 3 недели. Вот. Вы можете предлагать сопутствующие товары, в данном случае это рубашки, галстуки. Но если вы, понимаете, вы просто, скажем так, говорите... Но не аналогично. Скажем так, посмотреть аналогичный товар вы можете, но если вы вот делаете вариант, ну, я пытаюсь сейчас метафоры писать, в общем, вы померили костюм, вам вроде бы он нравится, а потом подруга подходит и говорит, а еще вот это померь, а вот это еще померь, еще это померь. И вы померили раз, два, три... Вы в итоге запутались, устали и пошли подумать, если это в реальной жизни происходит в интернет-магазине, то это, как правило, кофе, и все. Приду еще как-нибудь.
Поэтому вот такой вот вариант сбиванием мы, ну, скажем так, стараемся не устраивать. И здесь есть нюанс, как сопутствующие товары, да, их купят. Ну, предположим, телефон, чехлы, предположим, какие-нибудь кабели, симки, защитные стекла и так далее, и так далее. Ну, а вы, знаете, вот, например, iPhone и Samsung, и все, человек ушел в проект, все сравниваем. Так, что касается у нас с вами еще того, что любит наша аудитория. Наша аудитория с вами любит, ну, как я сказала, обзоры. Но, кстати, знаете, что хочу сказать сейчас? Вот, у меня есть еще такой прекрасный пример. Мы сейчас посмотрели с вами одежду, где как раз вот эти сопутствующие товары, они не сопутствующие, а посмотрите еще, утяжеляет выбор. Да? Но вот если мы посмотрим, например, промышленные товары, например, как в данном примере, это дизельный генератор. Здесь в карточке товара предлагается сразу же купить запасные части, комплектующие. И когда вот этот сайт пришел ко мне на продвижение, у меня был вопрос, зачем вы это делаете? Вы прямо в карточке товара говорите, купи еще запчасти. Мысль появляется, сломается, наверное, а стоит вещь от 500 тысяч. Нет, ничего подобного. Я говорю, ну как подобно? Ну вот меня бы насторожило вот, при покупке техники сразу же еще и запчасти к ней. Нет, для нашей аудитории это нормально. Для них это нормально, потому что данная вещь подразумевает обслуживание регулярное. И, соответственно, данная промышленная вещь, она покупается, и когда покупают, уже думают сразу же о том, что нужно менять там подшипники и так далее, и так далее. И берут уже, ну, скажем так, из расчета, что в этом году я проведу такое ТО, и, соответственно, скорее всего, вот эти там, ну, если машины свищи, да, надо будет менять. Дело в том, что если это заказывается еще в регион, то как раз берется с этими запасными частями. Поэтому в данном случае вот эта вещь, она не сбивает, она актуальна и может быть. Но это, скажем так, исключение. Что еще у нас есть? У нас есть такая вещь, как форма заказа. Ой, здесь в отдельной песне. Ну, каждый, наверное, что-нибудь заказывал в интернете и не мог подтвердить свой заказ, правильно? У всех было. Что должно быть в форме заказа? Ну, естественно, что же мы с вами покупаем. Вот перед вами форма заказа. И она, кстати, до сих пор работает. И она вот с этого сайта. Кстати, презентация у вас будет в рассылке после этого занятия. Вы сможете походить и посмотреть все еще раз. То есть не в рамках 45 минут, а более спокойно и, ну, скажем так, не то что удобно, но более такой в размеренном варианте. И в карточке у нас должна быть как-никак изображение, что же мы заказали, правильно? Здесь нет этого. А в карточке должна быть возможность, скажем так, и количество поменять, и при этом указать, куда же это нужно доставить, и каков вариант будет самовывоз, не самовывоз, вывоз и так далее. И есть нюанс. Обычно в форме заказов три поля. Как тебя зовут, какой у тебя телефон, примечание. Все. У нас аудитория любит сделать корзину с там, чуть ли не 50 полями для заполнения. Каков ваш индекс? Да какая разница, какой мой индекс? Вы никогда не пришлете мне письмо, зачем вы спрашиваете? Или как часто вы планируете покупать товар в нашем магазине? Путают анкетирование, опросы и форму заказа. Вот эти все вещи вы спросите после того, когда клиент у вас купит. А сейчас вам нужно получить его контакт. Упростите как можно больше. Вот реально, как тебя зовут, что ты покупаешь? И есть ли у тебя пожелание, когда с тобой связаться? Примечание. Все. Телефон или почта? А зачем вам телефон, конечно. Вот смотрите, здесь e-mail указано звездочкой. Хорошо, он запомнит вам e-mail, но не запомнит телефон. И что, вы будете ему писать на почту? А если ваше письмо падает в спам,
Но вы же не можете 100% гарантировать, что он его откроет. Он может его никогда не открыть, но почта у вас есть. Вы до него не достучитесь, поэтому вы должны это тоже сделать. Итак, любимейший мой пример – это Pizza Hut. Pizza Hut, в общем, 2 года назад заказывала на этом сайте пиццу в офис. И заказ пиццы был дольше, чем они ее везли. 45 минут в общей сложности. Да, и перед занятием вчера я зашла на сайт Pizza Hut, чтобы проверить, поменялась ли ситуация с заявкой. Ничего не поменялось. Итак, на самом деле, если будет время, вы можете тоже погулять, посмотреть, что же там усложняет жизнь. А я хочу привести здесь пример на основе того, что вот это корзина. Я оформляю здесь свой заказ. Вопрос, а что же я заказываю? Хорошо, вы выбрали пиццу, позвонил телефон, вы поговорили, вернулись. А там сырные бортики или не сырные бортики? Из чего сложилось 1200 рублей? Да, здесь нет демонстрации того, что ты заказал. Хорошо, я, допустим, заказала 2 пиццы, а я хочу теперь 3. Я поняла, что кто-то приедет из сотрудников вечером еще в офис, допустим, я тоже хочу с ним пиццей поделиться. Как я добавлю сюда еще 1 пиццу? Нет, изменить количество. Да, нет, изменить количество. Я никак здесь не добавлю еще 1 пиццу. Хорошо, а если я хочу сократить количество, я тоже это здесь никак не сделаю. В общем, коллеги, если нам предстоит делать корзину, обязательно фотографию, что ты заказал, как это поменять в количестве и с возможностью сделать это все на одной странице. В итоге, скажем так, я могу сейчас на этой странице выбрать только форму оплаты и указать свой телефон. Ну, хорошо, допустим, я даже если это сделаю, то все равно это как-то мне не облегчит мою жизнь, потому что я потом предмет не смогу поговорить, что же я заказала. Итак, что я бы хотела еще вам сказать? Я хотела сказать вам о такой вещи, как контакты. Скажите, вы легко находите пункты самовывоза, либо адреса компании, которые указаны на сайте? Вас найти непросто, на самом деле. Нас не просто. Это нас еще. Вот это очень хороший у нас центр. Это он близко находится, да. Нет, ну тут вот это там первый, так, пятый. Первый, пятый. Сбоку из-за угла. Сбоку из-за угла и так далее. Ну, конечно. В общем, маленький личный опыт расскажу. В пятницу поехала забирать технику, которую заказала через интернет-магазин. Я как техника дорогая, ее надо проверить. Там, в общем, стекла и так далее. Наш адрес Комсомольская, 2. К нам пройти так. Вы выходите с метро Комсомольская, поворачиваете направо, пройти вам нужно 1,5 минуты. Мы находимся в торговом центре. Ну, я так смотрю, прочитал это. Ну, хорошо, я поняла. Это универмаг Московский. Вот если выйти из метро Комсомольская, повернуть направо, 1,5 минуты пешком, универмаг Московский. Ну, логично, правда? Итак, я прихожу в этот универмаг Московский, поднимаюсь на 2-й этаж, нахожу павильон 2А, и там вижу магазин одежды. У меня был первый вопрос, но я же туда пришла. Я прочитала описание, я дошла. Открываю сообщение, смс-ку, набираю в контактный центр. Говорю, слушайте, я пришла в этот торговый центр, я нашла павильон 2А, вас тут нет. Нет, подождите, мы есть в павильоне 2. Я говорю, да нет вас в павильоне 2. А знаете, пока ты дошел, ты уже начинаешь кипеть, ты уже недовольный. Я говорю, ну, как вы написали, я так и дошла. Она говорит, слушайте, все правильно, все правильно. Но когда мы имели в виду повернуть направо, мы имели в виду зайти на Казанский вокзал. Я говорю, а вы на Казанском вокзале находитесь? Да, на 2-м этаже, в торговом центре. В этот момент я узнала, что там есть торговый центр, оказывается. В общем, короче, целая история. И в итоге, в общем, обратно. Ну, теперь вот
новые знания в плане данного места. Итак, хотя вот все написано, понял, дошел, но не туда. Итак, адрес у нас должны быть обязательно. Карта, как вам дойти, точка продажи. Если вы находитесь даже в универмаге московский, вот схема этажа, мы галочка здесь, и следы, как пройти. Если речь идет о том, что вы не рядом с метро, вам все равно нужно писать, как вам добраться. Сядьте на такой-то, такой-то автобус, если человек едет. Сядьте на... Вот знаете, что я хочу? Вот когда вы устраиваетесь на работу, вам приходят письма, как дойти до нашего офиса. Ну, обычно кадровики присылают. Вы верните к дверям таким-то, дойдете, позвоните туда-то. Вот, вспоминаете вот эти письма, потому что человек, который придет к вам, везет вам по карте на вашем сайте, у него такое совершенно восприятие. Поднимитесь по эскалатору к дверям таким-то. Право и лево. У нас большая часть женской аудитории путает. И, ну как большая часть женской аудитории, я просто по себе сужу, я право и лево путаю. И вот перед тем, как повернуть, нужно все равно вот лучше картиночкой. Это вот туда. Итак, фото офиса, как выглядит ваше здание. Потом, обязательно, как распечатать ваши контакты. Если есть возможность указать координаты GPS, тоже указываем. Номера телефонов, график работы обязательно. И электронную связь. Итак, это кажется все просто, но обычно что-то из этого запоминается. И чтобы совсем упростить жизнь своей аудитории, можете сделать видео, как вам дойти. Здесь пример из моей жизни. Это школа танго. Она находилась в Олимпийском. Я когда первый раз ехала, я думала, господи, я эту школу танго в Олимпийском буду, наверное, искать на 15 минут. Но помните, да, Олимпийский, там несколько подъездов, несколько спусков, там, кстати, спуск вниз есть, и спуск наверх и так далее. Ну так вот, в общем, меня данное заведение просто покорило тем, что оно не просто дало, мы находимся в Олимпийском, в таком-то подъезде и так далее. Они сняли видео о том, как куда идти, да, и это потрясающе. В общем, смотрите, схема, раз. Вид, если, ну, с птичьего полета. Дальше, как выглядит дверь входная с нескольких ракурсов, чтобы не запутаться. И специально, ну, наверное, для таких, как я, видео. Ну, я быстро покажу. Да. Причем видео снималось, ну, не там на телевизионную какую-то камеру, простой телефон снято. И вот девушка пошла, и сейчас она дойдет до этого Олимпийского. Так. Но вы, да. Ну, то есть, вы понимаете, вот это Макдональдс там, да. Вот она сейчас дойдет. Слушайте, понятно. Самое главное, понятно. И без недостатков, но идея хорошая. Ну, я вам сказала, что на занятии вы почерпнете идеи, как сделать так, чтобы вот сайт не вводил в заблуждение. Вот, и вот она... Дело в том, что, смотрите, если бы я лично пошла, я бы наверх поднялась. Вот наверх, туда, в трибуну. А надо вниз. А кстати, вы идете на занятия, там же нужно переодеться, в туфли танцевальные и так далее. Если вы начинаете опаздывать на 15 минут, можете уже не идти, потому что всего занятие полтора часа. И на 45 минут потанцевать, это вы только размялись, считаете. Вот эта дверь. Ну, молодцы, заморочились, футболочку сделали. Главное, что это очень уцелено, да? Угу. Да. Ну, вот так вот, да? Ссылка у вас будет в презентации, вы можете посмотреть. Я вам рекомендую, если
Вы находитесь, как говорится, как мне говорил, я звоню по телефону, говорит, мы находимся на совке. Класс. А видео такого нет. Я к вам буду идти полдня. Ну, на Савеловском рынке находимся, в совке, да, и на сленге говорю. Вот, я думаю, ну, понятно, да. Я пока там до вас найду, это можно все забыть, чтобы я вовремя вышла. Итак, пару слов в финале. Мы сейчас с вами говорили про стационарную версию сайта. Про, ну, предполагали, что человек смотрит с ноутбука, допустим, и не коснулись того, что сайт, ну, скажем, стационарная версия стационарная, но помимо этого у вас есть еще и мобильная. У нас большая часть аудитории смотрит информацию с мобильных устройств. И, естественно, все, что я сейчас сказала, оно применимо и к мобильному устройству. Адаптивный, ну, там, может быть, адаптивный вариант, может быть, вообще сайт кардинально, в принципе, отличаться, сделать мобильную версию отдельно. Но вы, когда делаете мобильный вариант, вы должны помнить, что есть зона большого пальца. Вы, когда что-то ищете, кликаете и так далее, вы не стараетесь, ну, скажем так, вам дотянуться до верхушки экрана, где красное поле. Не так-то просто. Поэтому все ценные кнопочки, все ценные иконочки, куда надо нажать, мы располагаем в зоне большого пальца. И обязательно помним про то, что мы смотрим с вами информацию на мобильных устройствах, мы пролистываем ее, не пролистываем ее, мы скроллим ее, простите, скроллим, то есть смотрим, ну, скажем так, вот большим пальцем двигаем, мы не слистаем, как книжечку. Вот у меня был прекрасный случай, давайте сделаем что нашу мобильную версию, надо будет пролистывать как электронную книгу. Я говорю, ну, давайте, конечно, но, как бы сказать, результат уже очевиден сейчас, что это будет очень сложно в использовании. Аудитория не привыкла. Обязательно помним про читабельность. Если у вас мобильная версия, она должна быть, ее не должно быть дополнительных усилий, чтобы увеличить либо что-то уменьшить, чтобы прочитать. Вы для этого ее и делаете. То же самое сделает у вас человек и без нее, открыв сайт просто в полной версии. Итак, финалом. Как нам разобраться, что происходит у нас с нашим сайтом? Если мы задались вопросом подумать про наш юзабилити, насколько он удобен, наш сайт, легко ли нас найти, легко ли у нас заказать товар, услугу, что на нем может не хватать. Итак, гадать, строить теории, гипотезы, что нам делать со страницами, можно долго и бесконечно. Но нам нужно на что-то опираться. Я хочу сказать, что опираться на данные, как ведет себя аудитория, вы можете с помощью счетчиков веб-аналитики, это Яндекс.Метрика и Google Analytics. Они бесплатные. Они ставятся фактически почти в три клика. Для того, чтобы получить счетчик, вам нужно зарегистрироваться по ссылке metrica.yandex.ru. Вот так вот. А, ну я уже свой аккаунт открыла. Ну, суть в том, что вы, когда по метрике регистрируетесь, вам дается код счетчика, который вы ставите на всей страничке сайта, и у вас начинает собираться информация о том, что с ним происходит, откуда идет трафик, откуда приходит целевая аудитория, которая смотрит у вас информацию, откуда приходит аудитория, которая сразу же уходит с вашего сайта и так далее. Итак, я хочу вам показать по нашему с вами сегодняшнему топику несколько маленьких таких отчасти вещей. Я вам рекомендую если есть куда поставить, поставьте, если нет, зайдите, посмотрите справку, либо просто поиграйте, зарегистрируйтесь, какие варианты отчетов здесь есть. И здесь есть карты тепловые. Карты, в частности, ссылок, кликов, и вы можете посмотреть, на что аудитория нажимает, на что нет. Где вы имеете, скажем так, мертвые зоны, где вы просто убили место, в частности, например,
А где вы можете дополнительно что-то разместить, и это будет пользоваться, ну, назовем так, популярностью с точки зрения перехода на другую страницу. Итак, вот перед вами сайт ресторана. Красная, это максимально часто кликают относительно всего, всей, скажем так, картины. Синяя, это редко заходит сюда по этой ссылке. И, соответственно, погуляв, ну вот мы видим, что здесь вот никто не кликает, вообще никуда никто не доходит. Мы видим, что на самом деле самое кликабельное место находится вообще, ну, если смотреть относительно экрана, не видно и так далее. По поводу того, что еще нам дает метрика. Метрика дает нам прекрасную такую вещь, как веб-визор. Здесь идет запись того, что делает ваша аудитория в формате мультика. И нажав на просмотр, вы можете увидеть, что она там набирает, не набирает, как она мучается, пытается заполнить формы обратной связи и так далее. Вот, фиксируется мышка, как она бегает. Если фиксируется нажатие клавиш, видите, F7 нажал человек, вот, фиксируется время и так далее. То есть много всяких вещей. Вот он сейчас пойдет смотреть, выбирать и так далее. Поэтому... А? Ну, это, кстати, бесплатно, просто поставьте счетчик. Обязательно, когда будете поставить, ну, там будет приложение, хотите вы веб-визор или нет? Да, вы хотите веб-визор и вы хотите это смотреть. Вот, соответственно, это я вам про метрику сказала. Я вам рекомендую помимо метрики ставить еще Google Analytics, это счетчик от Google. И там есть тоже вещи такие, как аналитика тех же форм, что там человек, как у вас идет, он по волночке. И там есть такая вещь, как АБ-тестирование. Я просто вам сейчас озвучу, чтобы просто вы знали, что это не является какой-то фантастикой или чем-то таким необычным. В АБ-тестировании вы можете поменять контент, либо, ну, либо там, не знаю, формы, там, кнопок на странице, и запустить так называемый эксперимент с помощью Analytics, и у вас будет аудитория, и аудитория, которая приходит к вам на сайт, будет попеременно видеть ту одну страницу, ту вторую страницу. И, предположим, если вам хватает там заходов в течение недели, чтобы сделать выводы, ну, желательно, чтобы было больше тысячи, чтобы сделать, ну, чтобы выборка была репрезентативная, вы сможете посмотреть, какая, например, кнопка, синенькая или красненькая, грубо говоря, больше конвертит в заказ и, соответственно, остановиться на этом варианте. Но если вы будете это делать, я вам рекомендую делать только один элемент, тестировать на странице, потому что если вы поменяете еще, например, текст, фотографии, что-то еще, вы не сможете 100% утверждать, что лучший результат был достигнут именно благодаря чему-то. Вот, то есть расплывчато получится. И я вам в начале занятия говорила про такую прекрасную вещь, как что входит, ну, про вещи, которые входят в юзабилити, там была, были показатели конверсии, да, то есть как быстро аудитория может сделать то или иное целевое действие, и была вещь, как эмоциональная удовлетворенность, да. Вот когда ты звонишь, например, я звонила в Пиццахат, я сказала, слушайте, вам что-то нужно сделать срочно с сайтом. Но это невозможно. Дело в том, что вот такие отзывы вы, к сожалению, вот прям вот исключительно с помощью какого-то счетчика, ну, в полном объеме не получите. Здесь надо работать уже с аудиторией, уточнять. И я бы хотела сказать, что есть такой, например, сервис, как Ask User. И Ask User, да, дает возможность сделать опрос аудитории и уточнить, как она там довольна, недовольна сайтом, что не хватило. То есть получить обратную связь в письменном варианте, в письменной форме, что же у вас не так, или что бы ей упростило жизнь. Итак, здесь есть разные варианты по количеству участников и есть
возможность ознакомиться с анкетами участников, которые будут оценивать сайт и писать там свое мнение, легко ли им пользоваться было или сложно. Вы можете предварительно ознакомиться с анкетами, и вы, кстати, их и сами выбираете. То есть вы можете выбрать аудиторию, которая вам напишет, женщина, мужчина, возраст и так далее, и получить как раз мнение о том, как ваш вообще сайт вкусненький, или нужно его, не знаю, там, немножко сделать больше приправ. Извините. Да. Сервис. Он платный. Этот опрос, он будет среди специалистов? Да, это, смотрите, я открыла анкету SEO-специалиста, специалиста по оптимизации сайта для поисковиков. Вот там есть варианты и домохозяйка, есть вариант и служащего. То есть это не, скажем, да. Да, да, то есть вы перед тем, как... Ну, если пойдете узнавать, как воспринимает там, эмоционально и что думает про сайт человек, можете выбрать, чем он занимается, и, соответственно, каков его возраст, пол и так далее. Есть у него дети, стоит ли он в браке и так далее. И в течение, ну, обычно там 10 дней, это собирается информация, вам предоставляется, и вы можете как раз, скажем так, прекрасно подкрепить данные того же визора, либо данные той же карты кликов, которые я вам сейчас показывала, и на основе вот трактовки уже сделать выводы, что же вам лучше сделать. Потому что если смотреть только карту, например, ссылок, либо только веб-визор, опять же, предположение, чтобы поменять и чтобы доделать, можно строить разные. Но когда ты долго сайтом занимаешься, взгляд настолько замыливается, что в итоге, ну, опять гипотеза на гипотезе получается. Итак, вкратце, да, получается, что, ну, по юзабилити данная у нас ситуация. Я хочу резюмировать то, что я сказала, вот этой картинкой. Здесь классическая визитка, которая принята в Лондоне. И если вы вспомните, как выглядит, ну, если вы вспомните классику, да, в частности, например, допустим, ту же сагу о форсайтах и так далее, но это, правда, уже немножко другие, скажем так, страны, континенты и так далее. Там герой, если не пускали в... его не могли принять, он оставлял свою карточку. Да, чтобы его передали. Так вот, карточка, которую герои классики, в классике оставляют, она выглядит приблизительно вот так вот. То есть белая бумага, читабельный хороший шрифт, имя ну, если современный вариант брать, то контакты, да. У нас же получается так, что мы берем и лепим большое количество цветов и всевозможные подчеркивания и курсивы, и сделать ее сразу же с двух сторон, с одной стороны на русском, с другой стороны на английском и так далее. На самом деле высший свет и, скажем так, этикет и так далее, вот вариант классика. И если вот я вижу вот такую визитку, думаю, господи, ты, наверное, ходил на деловой этикет, раз ты один из там встал, приносишь такую вещь. И, соответственно, когда вы будете делать сайт, если вам предстоит либо оптимизировать свой сайт, вспоминайте, что задача зачастую не все рассказать о себе, а сократить и довести его до такой классической классической визитки аристократа. Вот такая история. И сейчас мне бы хотелось спросить у вас, какие-нибудь вопросы у вас есть, потому что я вам рассказала. Вот заинтересовала бы тестирование сайта. Так. Можно чуть подробно на этом остановиться? Вот пример. Значит, я правильно понимаю, что надо создать две страницы? Так, да. Смотрите, вы... создается две страницы. Ну, смотрите, у вас есть основная страница на сайте, ну, предположим, site.ru/1, да? И она находится у вас на своем месте и так далее. Вы дополнительно
а делаете еще одну. Ее не выводите никуда. Просто делаете, грубо говоря, ее доступные, да, о, ссылки, например, сайт /2, да, один и, допустим, другая. Вторая страница, я не знаю, как это на практике, вторая страница, она же не в меню его шаг. Нет, не в меню, нет, не в меню, она... А он... Он ее никак не найдет. Он ее никак не найдет. Смотрите, суть в том, что система за вас, за пользователя, будет решать, какую показать страницу. Ну, например, Google. Да, Google Analytics будет решать, чередуя. Я в этой системе должна как-то там показать, что вот эти три страницы Так, сейчас еще расскажу. Просто сейчас у меня... Мне оперативно просто показать сейчас не получится. Я просто так вас задержала. Смотрите, вы можете написать, да. Я сейчас просто скажу. Смотрите, вы делаете страницу, но ее не выводите, грубо говоря, на сайт. То есть она есть, но она не в меню, она не... Она доступна только по ссылке. Вот, по ссылке. Только доступна только по ссылке. И, соответственно, вы... если вы ставите Google Analytics, там есть раздел «Эксперименты». И вы берете, я хочу завести эксперимент, и выбираете, например, соотношение 50 на 50 аудитории, которые приходят на страницу первую, показывать методом чередования ту одну, ту вторую. То есть одна у вас есть в меню, а вторая просто у вас доступна по ссылке, получается. И уже в зависимости от того, там будет Google Analytics, например, если вы 50 на 50 будете выбирать, будет стремиться, чтобы как раз каждый второй, да, допустим, который заходит, видел не ту страницу, которая стоит по меню, а которую вы указали как дополнительный вариант. То есть что-то там на сайте дополнительно настраиваете, вам как таковой большой необходимости там нет. Вот, да, то есть просто делайте и все, там, дополняйте. Вот. И еще вопросы есть у вас? У меня вопрос да. По языкам. Если, например, моя аудитория – это не только русскоговорящие, но это может быть какая угодно страна, как лучше мне сделать, допустим, фиксированный сайт сделать, ну, там, двуязычный, допустим, английский или русский, чтобы с переключателем. Либо вот такая есть примочка там, от Google, когда можно попадающий, выбираешь свой язык. Но он может тогда переводить, соответственно, как Google. То есть, а для каких стран вы делаете? К примеру, допустим, у меня если англоговорящие, но я не хочу заморачиваться, создавать отдельно и все на английском переводить. Либо это не солидно. Нет, ну вы можете сделать, если регион продвижения у вас одинаковый, да, например, и там это Москва, да, делать как таковой прям отдельно специальный, ну, сайт вы можете, ну, можете время не тратить, да. Если у вас предполагается, что один сайт на Лондон, другой на Москву, тогда да, придется это делать, потому что есть такая вещь, как привязка к геолокации. И, соответственно, в зависимости от геолокации будет определяться сайт, который будет предлагать тоже Google в выдаче. Вот. Все, да. Да. А так вы можете, как вот здесь вот реализовано, вот английский, перейти на поддомен с английским, на немецкий, на поддомен с немецким и так далее. То есть, соответственно, если здесь они делают на немецком, для немецкой аудитории, да. То также его будут читать и показывать, да? Ну, смотрите, дело в том, что здесь идет, вот видите, я нашла, тут DEPI появилась, то есть был домен www.browguns.ru, стал www.d.browguns.ru, да, под домен, это отдельный сайт считается, вот, и, соответственно, под домен отдельно вот этот продвигается, а в Browguns отдельно, вот. Так, коллеги, есть ли у вас еще вопросы? В веб-визоре, вот там показывают движение мышки, оно как-то связано с движением глаза? Вот не могу вам это подтвердить или опровергнуть, да, потому что это... Нет, конечно, да. Нет, я думаю, что... Просто надо понимать, что рука и глаз, они как-то взаимодействуют. Да. 100%. То есть если я смотрю налево, а не думаю, что...
Так, какие-нибудь еще вопросы остались? Скажите, потому что я вам сказала. А? Спасибо. Так, подождите, стойте. Я вам сейчас озвучила в начале нашего с вами занятия, что в финале я немножко вас развлеку и покажу вам сайт, чтобы вы угадали, что здесь прилагается. Угадавшему какой приз? Угадавшему? Наши аплодисменты. Я думаю, Я могу так сказать. Победишь, у нас стартовый курс 31 числа, по которому я вам это рассказала. Вот, если у нас будет победитель, я могу сделать так, что мы одно из заданий сделаем на основе этого сайта. Вот. Там несколько лабораторных работ, и, соответственно, ну, коллеги, давайте угадывать, что это. Есть идеи? Что это? Досуг наш пишет вебинарист. Что это? Разработка сайта. Браво! Давайте поаплодируем нашему человеку, который гадал. Да. Итак, здесь это сайт агентства, которое занимается разработкой лендингов эксклюзивными сайтами, и оно предлагает на этой странице связаться с менеджером для заказа, ну, предположим, того же лендинг-пейдж. Лендинг-пейдж – сайт одностраничный. Вот я кликнула сюда, да, мне опять же, я, правда, никуда не перешла. Ну, я кликнула, вы видели, я конкретно здесь оказалась. Поэтому, как вы видите, знать это одно, а использовать это совершенно другое. Поэтому я надеюсь, что сегодняшнее занятие прошло для вас позитивно, вы получили новые идеи, и я буду видеть вас рада на других занятиях и пообщаться с вами еще. Спасибо, хорошего вечера.